Печорском районе закрыли два детских садика. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Температура там не соответствует нормам Санпина. Дома останутся 36 детей из двух сел. В селе Верхний Мангертуй на два дня закрыли садик «Малышок», который посещает 24 воспитанника. В селе Топка в это же время не будет работать «Радуга», где насчитывается 12 ребятишек. Детсады закрыли с 13 по 15 декабря. Отметим, в спальных комнатах всех детских садов температура должна быть не ниже 19 градусов. В игровых не ниже 21.